Всем привет! Вы на канале Дикая Помощь. Сегодня мы играем в симулятор гепарда. Да, я в него уже играла. Это как симулятор пантеры. Тут звук прикольный, такие звуки. Тоже. Вот гепард у нас. Я вам сейчас все покажу и расскажу. Так. У нас сколько членов? 3. Кто у нас тут есть? Заяц. Гаврей. Зебра. Так. Что это? Вы это поехали. Жираф. Команд. Привет. Бегемот. Слон. Крокодил и носорог. Вот такие цвета. Мои любимые цвета. Ну, это обычный, тоже мой любимый. Нет. Да. 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 Нет. И да. Какой-то цвета. Ну, я вот такой персиковый. Можно также менять цвета других. Других своих. Тут можно. Такой. Короче говоря, как в симуляторе пантеры. Окей, будет вот такой знак. Что у нас тут есть? Задание. Ну, мне там, ну, разные задания, которые я могу что-то нажать, и давай. Что-то многовато задание, многовато. Так не бывает. И вот эти игры... Вилл Крокодил Симулятор, Вилл Фокс Симулятор, Вилл Симулятор тоже у меня здесь. А, окей, пошли на охоту. Идите. Смотрите. Они не боятся. А сейчас нападут на нас. Напал на одну. Нападет другая. Так всегда. Зебры не агрессивны, если их не трогать. Они защищают друг друга. Ну, когда я была практика, я реально очень быстро бегала. Очень быстро бегала. Еще одна поступала. Да что ж такое? Откуда какие-то? Задание выполнено. 100 животных. Окей, пошли. Надо охотиться, чтобы повышать уровни. У меня 23 уровень. И выполнять задание, чтобы получать points. Ну, это деньги, наверное. Но это не деньги, а штуки, за которые можно покупать. Я один раз была вообще богатая, прибогатая. Взять. Нападешь на одного, нападут другие, это точно. Я это знаю. Ду-д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 у. Нападаем. Все. Тут есть водичка, в которой можно отдохнуть или попить ее. Вот наш белый дом. Сейчас побегаем, поищем что-то интересное. Вот. Вот, например, вода. Я сейчас. Продолжаем, потому что мне уже надоело что-то такое делать. Особенно, когда я снимаю хорошее видео, а потом все портится. Плохое настроение, чтобы снять идеальное видео. Прям не знаю какое. Идеально. Ну, не знаю. Так, поохотимся. Я же говорю, что попадешь на одну зебру, другая побежит. Так, сейчас у нас это уровень скоро будет. Блин, куда же делась-то? Так, пятки сверкают. Смотрите, у меня голубые пятки.
Окей, вот, к воде. Вот, к воде, водичка. Можно походить по водичке, охладиться. Короче говоря, это прыжок у нас, вот, смотрите. Вот, прыжок. Это голос, чтобы напасть. Это атака. Это, конечно же, бег. Бежим в дом. Я его еще не показала вам почему-то. Рванула и все, все, блин. Смешно. Так, вот. Вон там как раз-таки слон. Атака, 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 атака. Атака, ой! Если наберется, как всегда, 4 лайка, будет продолжение серии. Или в комментах пишите, хочу продолжение игры. Тогда буду сниму продолжение и буду снимать дальше. Что-нибудь интересное. В кативе, конечно же, у нас будет там до боссов. Я помню, что их достила, мы будем атаковать боссов, и вы с ними примерно в одном видео по 2 босса, например. Надо разобраться, короче говоря. Ну ладно, продолжаем игру. Вот наш прекрасный, роскошный дом. Вот. Такой красивый, роскошный дом. Это рынок. Ну, они так. Такой звук у гепардов странный, не знаю почему. Так, это они отдыхают, ну, короче говоря, не защищают меня. Это мы тупо лежим, так, встали. А это спать. Смотрите, небо изменяется, погода немножечко изменяется. Вот, видите, сейчас будет вообще темно. Красиво будет. Так, мы можем себя улучшить. Ну, то же самое. Вот это. Разбежали, потом второй. Если их улучшать, то они взросли. Становятся большими гепардами. Не знаю, сколько видео будет длиться. Тут время. Можно посмотреть, сколько? Нет. Почему? Самое главное, чтобы снимала. Откуда я знаю, снимает или не снимает? Снимаешь идеальное видео. Бац! И не снимает. И потом злишься такой. Как же их камеру не включил? Ужас. Так. Короче говоря, пошли, да, на ночную охоту, да. Зайцев. Так. Бежим, бежим. Короче говоря, я заметила, что вы смотрите большинство видео, там 200 с чем-то или даже больше, про онлайн, как я играю в симулятор семьи льва онлайн. Значит, людям нравится, когда играю вместе с другими людьми. Мне это тоже нравится играть по сети с кем-то там. Вот здесь прикольно еще не дадут обновления, чтобы тут можно вместе играть такой с кем-то. В каждой игре, в кативе, там, например, со своим единственным другом садишься и играешь. А то, блин, не такое не сделали. А то мы не только со всеми, а по точке доступа. Там это со своей подругой. Ты играешь в кативе, то это вместе охотимся, ваши семьи там, например. Ну да, попьем водички. Водичка. Вот. Вкусняйчка. Какой вам нравится цвет шерсти? Пишите, конечно, в комментах. И вот эти знаки особенно пишите. Ну, как и в пантере. Цвет, потому что если вы скажете, какой-то нравится цвет, то вся семья будет в какой-то серии этого цвета. Потом в другой серии будет другого цвета. И так далее. Пока не закончится все так. И не знаю. Много серий будет, наверное. Но я снимаю видео практически, когда обновление выходит. Что-то новое показываю. Интересное. Кричать нельзя. Виху! Побегать можно вокруг дома. Вот тут деревья такие прикольные.
Так, давайте я сюда вот дыхаю. Ну, короче говоря, вот так. Вот так. Вот так можно, кстати, уменьшать, смотреть по себе сверху. О, под нами вода, типа. Ладно. Обычно кого? Деревья вот такие. Поинс у нас 1668. Было у меня один раз очень много. А тут если еще найдем бегемота, 8000 поинс и 16000 эксп. Ну, чтобы уровень был новый. А мы приляжем отдохнуть и поспим. Такие спим. Красиво небо так меняется, когда спишь. Такие горы пустые. Ага. Я встала, они лежат. Я тоже полежу. Ну ладно, я вам все показала, рассказала. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите продолжения, конечно же. И нажмите на колокольчик, чтобы знать, когда выходят мои новые ролики. Всем пока!